Здравствуйте, дорогие зрители! 30 января Святая Церковь празднует память святого преподобного Антония Великого и 1 февраля его ученика Макария Великого. Вот об этих двух святых хотелось бы немного рассказать сегодня. Эти святые жили в III, начале IV века, были благочестивыми людьми из благочестивых семей. В частности, Антоний Великий прославился тем, что он стал основателем отшельнического способа жизни для монашествующих. Его ученик Макарий был продолжителем этого великого дела становления монашеской жизни. Запомнились нам также такие слова Антония Великого. «Брат, воздержись от слов, потому что во многих словах теряется Дух Божий и отнимается от нас дух смирения». Когда говорим о преподобных отцах, конечно, не требует их жизнь такой яркой иллюстрации, потому что вся их жизнь, она сама была подвигом, и говорит каждый шаг их жизни сам за себя. Чем отличаются преподобные от остальных? Они отрекаются полностью от мира, от бурлящего, шумящего, в котором мы с вами живем, претерпеваем различные искушения, которые складываются иногда от нас самих, от нашего взгляда на эту жизнь и от нашего отношения к этой жизни. А преподобные отцы были славны тем, что боролись с корнями греха, с гордостью. Они боролись посредством смирения, кротости, воздержания, истязания себя аскетическими, то есть телесными опытами, когда могли спать на жестком, подолгу не вкушать пищи. И все это в наш век дает нам ориентир, такой духовный маяк, чтобы мы тоже стремились хотя бы чуть-чуть в каких-то мелочах воздержаться, прибегнуть к забытому слову аскеза. А аскеза – это есть воздержание, без нее невозможно построить духовной жизни. Поэтому эти два великих святых, память которых Церковь празднует, они наставляют нас к постнической жизни, они наставляют нас к тому, чтобы мы привыкали терпеть тяготы этой жизни – и телесные неудобства, и болезни, и различные труды, которые, может быть, нам навязываются, и мы не в силах иногда их понести, нам кажется. Но Господь укрепляет идущего, и дорогу осилит, как говорится, идущий. Поэтому, чтобы справиться с подвигом, нужно к нему приступить и помолиться, чтобы Господь укрепил, как это делали эти два великих святых отца, которые великие подвиги совершали, за что они называются церковью великий. Антоний и Макарий тоже называются великим. Это поистине так. Будем подражать, стараться по мере сил своих этим святым угодникам Божьим, хотя мы и не монахи, но где-то себя припоясть вот этим терпением и подвязаться на труды. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы ответим на вопросы, которые нам прислали наши зрители. Вопрос следующий был отправлен нам. В церковных лавках всегда очень большой выбор литературы. Есть описание жития святых, отцов, есть их откровения, есть молитвословы, православные календари, справочная литература. Как сориентироваться тому, кто только начал свой путь к вере? Ведь все сразу приобрести невозможно. С чего начать? Что обязательно должно быть в личной библиотеке православного христианина, кроме, естественно, Библии? Ну, начнем с последнего вопроса. То есть, а что, в принципе, должно быть? Какова вообще цель содержания домашней библиотеки христианина? Конечно же, самой главной книгой, которая должна быть дома, это Библия. И самая ее главная часть – это Новый Завет. С него вообще следует начать чтение какой-либо духовной литературы. Если мы говорим о чтении Библии, конкретно Нового Завета, если мы новоначальные христиане, то мы должны иметь какое-то и руководство к чтению. То есть, конечно же, это может быть совет какого-то опытного христианина, священника, который может нам подсказать какие-то неудобно понятные места, растолковать их. Но для этого есть специальная литература, называется она «Толкование святых отцов». Вот. Поэтому это будет следующий раздел нашей библиотеки. У нас должна быть какая-то литература, которая нас будет руководить по чтению Священного Писания. Могу посоветовать из простой литературы, это «Толкование святителя
блаженного Феофилакта Болгарского. У него есть толкование на все Евангелие, а также на все послания апостольские Нового Завета. Также, читая Новый Завет, мы можем обратиться к руководству святителя Феофана Затворника. Тоже он написал и толкование как на Евангелие, переложение евангельской истории, так и толкование на множество посланий апостольских. Вот с этой литературы следует начать, чтобы вообще понимать, о чем идет речь в Священном Писании. Вот. И только потом, когда мы Новый Завет изучим, уже следует переходить аккуратно к Ветхому Завету. То есть это у нас важная часть Библии, но Новый Завет, прежде всего, следует именно его изучать, новоначальному христианину. Какая еще литература нам может быть полезна, которую мы можем найти в иконной лавке? Ну, во-первых, это молитвословы. Молитвословов выбор большой, издательств много, но самое главное, что нужно иметь, это иметь сборник утренних молитв, то есть утреннее молитвенное правило, вечернее молитвенное правило, а также молитвословие, которое мы читаем перед подготовкой к таинству причастия. То есть последний ко святому причастию, а также ряд канонов Иисусу Христу, Божьей Матери, Ангелу-Хранителю, который мы также можем читать как подготовку к таинству причастия. Это основное. А многие люди любят читать также акафисты. Тоже это никак не возбраняется, тоже это можно читать. Но это уже такая вспомогательная литература. Если вы хотите как-то обогатить свою духовную жизнь, если вам нравится пение, например, если вам близок какой-то святой, которого вы хотите как-то особо почтить, можно также, например, пользоваться и чтением дома акафистов. Чтение акафистов также проводится и во время богослужений в храмах. Что касается духовной жизни христианина, что еще можем сказать? Если мы готовимся к таинству исповеди, и у нас стоит вопрос о том, как правильно подготовиться к таинству исповеди, что я должен говорить на исповеди, о чем я не должен говорить, что будет лишним. Советую книгу святого, непрославленного, но почитаемого старца Русской Православной Церкви, архимандрита Иоанна Крестьянкина. У него есть такая замечательная книга «Опыт построения исповеди». Вот по этой книге замечательно готовиться к исповеди. Вот. В ней перечисляются заповеди, блаженств и заповеди Моисеева Ветхого Завета, по которым Иоанн Крестьянкин проводит читателя, вот, и указывает ему, в чем именно заключаются грехи человека в том или ином месте. Множество другой литературы есть. Продаются в иконных лавках, в книжных магазинах церковных, это «Жития святых», это различные духовно-нравственные поучения святых отцов и клириков, священнослужителей, ныне живущих. Вот. Но это все уже литература, в которой вы можете в течение своей жизни разбираться, которая вам может где-то что-то подсказывать. Это уже дело вашего личного литературного вкуса, в том числе литературного вкуса. Вот. Ну и все зависит от того, какие вы вопросы имеете в христианской жизни. Вопросы у всех разные, и поэтому содержание ответов, а также стиль ответов, который вам подходит, он будет зависеть от того, чью книгу вы выберете. Вот, так что здесь как в выборе обычной литературы. Что вам ближе по душе, то и выбирайте. Дорогие братья и сестры, следующий вопрос поступил к нам от зрителей. Зачем просят благословения у священника? В чем смысл этого и что дает это верующему? Всегда ли при встрече у каждого батюшки нужно просить благословения? Когда это неуместно? Не будет ли грехом для верующего при виде священника не подойти и не взять благословения? А как правильно это делать? Как складывать руки? Как подходить? Какой должен быть поклон? И надо ли целовать обязательно руку? Вот такой вопрос нам поступил.
Давайте на него кратко ответим. Во-первых, не следует путать благословение у священника и приветствие священника. То есть это разные вещи. Если мы хотим просто поприветствовать знакомого нам батюшку, это можно сделать и обычным образом, каким мы здороваемся с людьми. То есть кивок головы, слово «здравствуйте», там, если мужчина с мужчиной, там, пожатие руки, это не является каким-то оскорблением для священника, непочитанием священного сана. И ну, священник от этого никак не должен, правда, оскорбиться, и это приемлемо. Если мы говорим о благословении, то здесь мы имеем в виду следующее. То, что либо мы подходим к священнику с целью взять благословение, то есть просим Бога благословить через священника нас на какое-то дело, которое нам предстоит делать, и мы хотим, чтобы у нас все удалось. Либо, ну, скажем, мы пришли на богослужение, увидели священника, и вот подходим к нему под благословение, потому что в данном случае это действие тоже имеет смысл какого-то священного действия. Когда мы подходим к священнику под благословение, что нужно делать? То есть обычно мы складываем руки, как говорится, лодочкой, то есть правой на левую, подносим их к священнику. Вот. И священник в ответ крестным знамением осеняет нас и опускает руку к нам на ладони, либо нам на голову. То есть здесь техники разные бывают у священников. Вот. И в ответ мы кланяемся, и здесь опять-таки бывает по-разному. То есть можно целовать руку, можно не целовать руку. Что самое главное здесь следует сказать, то есть не нужно делать из благословения, вот из этого действия благословения священника, какой-то особый культ. Это не надо делать. То есть когда мы берем благословение, нужно очень четко понимать, ради чего мы это делаем. Если мы просто хотим поприветствовать священника, особенно когда мы, не знаю, там за день там 10 священников вдруг увидели, не надо у каждого подряд брать благословение. Если хотите, можно брать. Вот. Но здесь никакого обязательства духовного у вас нет. Что еще следует здесь сказать? Кто может давать благословение? Благословение может давать либо архиерей, то есть епископ, архиепископ, митрополит, патриарх, священник может давать благословение. Люди, которые стоят в священном сане, но не имеют сан священника либо епископа, не могут давать благословение. То есть, например, диакон не может давать, ипподиакон не может давать, ну, тем более там чтец, пономарь и так далее, которые не являются уже священнослужителями. Таков ответ на этот вопрос. Здравствуйте, братья и сестры. Мы продолжаем в нашей рубрике «Вопрос батюшки» отвечать на вопросы наших зрителей. И сегодня эти вопросы такие. Что означает словосочетание «искушать человека»? Это одно и то же, что вводить кого-то во грех. Как понять, что я искушаю кого-то? Если я делаю это не намеренно, это будет считаться грехом. Вы знаете, человек не может быть ответственен за то, что он делает ненарочно, ненамеренно. Вот в одной из книг о древних монахах, о египетских подвижниках, рассказывается случай, когда некий монах был гневлив и решил уйти из общежития, уйти из общины монашеской в пустыню, где пребывать один, чтобы не искушаться и чтобы гнев не мучил его. И с ним произошло следующее. Некоторое время небольшое он жил спокойно, а потом взял кувшин и пошел к колодцу за водой. Поставил этот кувшин на край колодца, а кувшин упал и разбился. И тогда этот монах настолько разгневался на кувшин, что начал ругаться, поносить этот кувшин и испытывать сильный гнев. Когда же он пришел в себя после этой вспышки гнева, он понял, что от своего гнева нельзя уйти, удалившись от людей. И он вернулся в общежитие, в монашескую общину, где уже старался смирить свой гнев в общении со своими братьями. Поэтому искушение – это не то, что приходит к нам
только откуда-то извне. Искушения проявляют свойства нашей души. И, конечно, если человек склонен к той или иной страсти и проявляет ее, не значит, что виноваты окружающие. Виновата та страсть, которая живет в его душе. Но, конечно же, такой человек, зная о том, что он подвержен той или иной страсти, должен быть осторожен. Если у нас болит или сломана рука, мы же не будем работать этой рукой, не будем ее натруждать, наоборот, будем держать ее в покое. Вот точно так же и гневливый, конечно, должен стараться избегать ситуации, которые вводят его во гнев. И окружающие, зная за ним эту особенность, должны аккуратно, с любовью относиться к нему, стараться не раздражать такого человека. Ведь если у нашего ближнего болит рука, мы не будем его дергать за эту руку. Но, конечно, бывает так, что мы искушаем ближних наших. Что это значит? Как мы можем искушать ближних? Вы знаете, искушать можно тогда, когда мы делаем что-то с немирным, не Христовым духом. То есть, может быть, мы и хотим благого, хотим достичь какой-то благой цели, но не думаем, а как мы придем к этой цели, не обидим ли мы кого-то вокруг, достигая этой цели. Вот нам надо учиться христианской жизни, духовной жизни. Мы должны привыкать к тому, что в духовной жизни главное не то, чего ты достиг внешнего, а то, как ты себя ведешь, как ты идешь к этой цели, мирен ли твой дух, думаешь ли ты о ближнем. Тут можно рассказать такую историю. В одном монастыре был новоначальный монах с дурной привычкой. Он привык, когда сидит, закидывать одну ногу на другую. А в монастыре это было не принято, считалось это неприличным и невежливым. И вот другой монах все думал, как же мне вразумить брата своего, как рассказать ему, что то, что он делает, неправильно, невежливо и неприлично. И никак не мог придумать, как сделать так, чтобы вразумить брата, не обидев его. Тогда он пошел к еще одному монаху и спросил совета. И тот посоветовал следующее. «Давай, — говорит, — поступим так. Когда будем все вместе, я, ты и этот молодой монах, я сяду и закину ногу на ногу, а ты меня будешь ругать и скажешь мне, что я неправильно поступаю. Брат наш услышит это и вразумится». И они действительно так поступили, брат их молодой вразумился, и никто не был обижен. Все поступили по-христиански, с добротой, с терпением. Вот мне кажется, мы должны на этом примере учиться тому, как не искушать ближнего, как общаться с нашим ближним с любовью. Мы продолжаем в нашей рубрике «Вопрос батюшки» отвечать на вопросы зрителей. И сегодня вопрос такой. Что значит первородный грех и почему он присущ каждому человеку? Прощается ли он Богом? И как его искупить, если это возможно? Первородный грех был совершен прародителями всего человеческого рода, Адамом и Евой, когда они были в раю. И первородный грех состоял в том, что первые люди отвернулись от Бога, нарушили заповедь, поступили не по Божьей воле, а по своей воле. Первородный грех наследует каждый человек, каждый потомок Адама и Евы. Но это не значит, что каждый человек виновен в этом грехе. Мы наследуем не столько вину, сколько беду наших прародителей. В чем состоит эта беда? В чем последствия первородного греха? В том, что мы смертны, мы подвержены страданию, мы удобопреклонны к греху. Что значит удобопреклонность к греху? Наверное, все мы замечали, что делать что-то доброе трудно, надо себя понуждать на это. Привыкнуть делать что-то доброе сложно, трудно приобрести добрый навык. И наоборот, какой-либо грех, злое дело легко нами совершается. Дурная привычка быстро прилипает к нашей душе, и трудно от нее избавиться. В этом мы видим последствия первородного греха. Первородный грех
не надо искупать каждому человеку. Первородный грех раз и навсегда искупил своей крестной смертью Господь наш Иисус Христос. И теперь каждый человек, живущий на земле, волен добровольно приобщиться Христовой жертве. Как же это можно сделать? Приняв святое крещение в православной церкви. Человек крещенный больше не находится под властью первородного греха, он свободен от него. А отвечаем мы только каждый за свои личные грехи. А от первородного греха освободил нас Господь Иисус Христос. Многие наши православные христиане жалуются на то, что им на самом деле тяжело находиться на богослужении. Что можно сказать? Ну, во-первых, дорогие братья и сестры, изучайте наше православное богослужение. Это не так сложно. Богослужение состоит из известных и повторяющихся частей. Ну, так литургия состоит из часов, проскомидии, литургии оглашенных, литургии верных и самого таинства причастия, в котором причастники сподобляются телу и крови Господа нашего Иисуса Христа. В литургии и во всеночном бдении тоже есть неизменяемые части, которые легко узнаются нашим вниманием и памятью, и есть изменяемые, которые вставляются в соответствии с церковным календарем, в соответствии с теми святыми и событиями церковной жизни и священной истории, которые отмечаются в этот день православной церковью. И то, что эти песнопения и молитвы различны, это тоже для нас очень важно, потому что богослужение не будет для нас чем-то уныло однообразным, повторяющимся изо дня в день. Оно каждый раз новое, оно каждый раз исполнено смысла и каждый раз наполняет нас вдохновением. Кроме того, конечно, то, что на богослужении находиться трудно, это понятно, потому что мы ведь на богослужении не развлекаемся. Мы на богослужении не отдыхаем, мы во время богослужения трудимся. Богообщение – это большой труд. И святые отцы говорили, что молиться – это значит кровь проливать. Молиться – это значит напрягать все свои духовные силы для того, чтобы установить контакт со Господом, со святыми, для того, чтобы донести до них свои мысли, чувства, настроения, нужды и проблемы, и чтобы получить какой-то отклик. Конечно, это непросто, и мы должны вслушиваться и в тексты евангельских, и апостольских, и ветхозаветных чтений, и в тексты песнопений, и в то настроение и состояние, которое охватывает храм в те или иные периоды богослужения. И мы, находя в себе этот отклик, мы почувствуем плод, результат нашей молитвы. И уверяю вас, что этот плод во многих случаях будет утешительным. Если мы пришли в храм с тревогою, мы можем получить сердечное утешение и успокоение. Если мы пришли в храм с вопросом, мы, слушая молитвы, наблюдая за богослужением, прислушиваясь к своему сердцу, мы можем получить ответ на этот вопрос. Если мы не могли принять решение и чувствовали недоумение в душе, мы можем получить решительное какое-то принятие решений, мы можем получить некий духовный совет, мы можем получить удостоверение в той или иной позиции, которую мы осмысливаем в результате и в ходе своего духовного выбора. Мы, конечно, получаем духовное вдохновение от церковных таинств. Если у нас было уныние, мы получаем бодрость. Если мы не могли кого-то простить, мы вдруг обретаем способность к прощению. Если мы раздражались, злились, обижались, мы вдруг оказываемся успокоенными и можем понять, что гораздо важнее пожертвовать какими-то своими интересами, чем нести обиду по миру и распространять ее духовные плоды вокруг себя на других людей. Поэтому, конечно, присутствие на богослужении – это очень важно, очень нужно. И те, кто понемножечку вошел
в это духовное состояние, тот никогда с этим не расстанется и будет постоянно стремиться в церковь, постоянно говорить, что вот что-то я духовно поник, духовно упал, снизил свой духовный уровень. Наверное, я давно не был в храме, наверное, я давно не соединял свою молитву с молитвой всей православной церкви, не участвовал в таинствах, и мне пора вновь приняться за свое духовное восстановление. И тогда и наша умственное понимание богослужения, и наше сердечное его переживание, и наши духовные результаты войдут в то единство, которое нам даст смысл, которое нам даст переживание важности этого, и которое так даст почувствовать его результаты, что мы никогда от этих результатов не откажемся.